Так, ну шо, всем здрасте, всем здрасте. Здрасте, здрасте. Здрасте, здрасте. А ты кто, Нинка? Представься. Я Пака Плей. Ой, я достижение выполнил. Сейчас это выполнил. Так, короче, суть ролика в том, что мы сейчас... Бля! Я не знал! Короче, суть ролика в том, что мы сейчас тупо рандомными пачками будем ходить и бить боссов. И это будет весело, я надеюсь. Мне это точно будет весело, а Паше будет больно. Смотря кто выпадет. Во-во-во-во-во, вот. Если что, скринами я буду прикреплять как пруфы, кто мне выпал. И плюс еще... О, а я запись. Я ебанул в угол экрана. Да, вы слева в углу будете видеть табличку, когда... Будем рандом устраивать. И тогда вы поймете, на ком мы будем играть. Так, ну шо, начинаем? Ну шо, продолжаем? Ну шо, Паш, готов рандом устраивать? Готов. Рандом.орг. Я сразу открою просто перса всех. Итак, у меня 34 перса, выбираем двоих. Первый, Паш. А меня так. Первых, да. 17-17, это уже. Йо, всё, у меня махарёк. Жопа. У меня будет первая Саю. Ясно. Короче, Саю сразу добавляем. Так. 4, 8, 10. 14. Так, у меня Саю сейчас будет. А то Рейнзар первой силы и Кулей. Нормально. Первой так, силы. Первая. Так, всё, ну давай первая сейчас. Сила, хоть это 20-й надо. Ладно, ладно, сейчас соберем их по-бырому. Давай. Оденем хоть как-нибудь. Этот. Да, вот после записи будет весело обратно все арты возвращать. Их у меня не так много, поэтому похуй. Сменить. Ну все, жопа. Хотя бы до 20-го докачать. Нет, чтоб ты понимал, у меня сейчас будет основным ДД это Кея. У меня никто. У меня все они... Ладно, 1500 атаки, 46 на 194. Ладно, да, Рейзер это 40-го, да, пою. По-бырому. Я не хочу эту боль чувствовать. У меня проблемы с книгами. Терпи. Мы решили все-таки снимать, поэтому все. Ну хотя бы прокачать хоть как-то, чтоб не полная жопа была. Во-во-во-во. Но все равно жопа будет. Бля, Кли... А, ты пропал. Подвручником куда повеселее? В смысле так. Я пропал? Сейчас до время уже нормально. Да, понял. Так, вот сейчас будет весело. Ставят собирать. А я никого не буду собирать всех этих уровней. Накачайтесь, может, какое-нибудь оружие поставлю. Ой, я книжки все проебал. Так, поздравь, меня... Симшки. Монус Анема есть у меня. Мне не на шанс лучше крита шлифануть, а вот так вот. Ну, бля, херо, надо бы на свечение шлифануть шапку, тогда уже лучше. Кто-то хочет верную ко мне. Не-не-не-не, не пускай. Я и не буду. Тебе не, а бонус свечения уже херо. Блин. Я вообще, чтоб все подряд поставлю, пожалуй. Что готов. Морально, анально и физически. Ну, все. Петушара готовься, я иду бить тебе. Да, то надо сводит бить. Петушара. Сам такой. Не, кстати, в принципе, пока что нормально. Пока что. А, больно! Отстань! У меня лицо разлетается уже. О, стаю дамажу! Куда я стреляю вообще? А куда? А куда? А шо? Хотя бы какого-нибудь хиллера дайте, сука. Ты вообще дамажишь у меня вопрос? Ну, чёрт есть. Просто я хочу отхилиться, ты говоришь. О, всё. Я хил поставил, всё нормально. Не, повезло то, что хил выпал. Ай. Ай, больно. Нормально, нормально. Морально живем.
О, он упал, что? Мутусь его, мутусь. Мутузим! Все, он встать не может, все, бей его, бей. У нас получается! Ваша, бля, у нас получается убить! Вы не лайки, а боссы! Мою мать! Капец! А мы неплохо так его разбираем, кстати. Чё, Киев качаем до 90? Лё, сой, бля. Лё, до какого все уровня? А, интернат. 34-го. О, ля, аж достижение дали. А чё за оружие тогда? У кого? У неё шопа 2К вылазит. А она у меня с БПшным мечом бегает. А, тогда понятно. Все, пойду так. Обычные крутки крутить. Ну давай, крутая. Вау, крутая, обычка. Ну, крутищик. Так, ну шо, давай к следующему боссу. Вау, еще обычка. А? Ты готов к следующему боссу тэпаться? Давай. Так, кто у нас следующий будет, скажи мне. Эдики, Бенники, только не кубы, только не кубы. Не, кубы мы не пойдем. О, можно, да, так это дракона. Лупуса. Волчий лорд. Сразу до Сочи. Лорда сразу шлифануть. Да, сразу Сочи, да, заглохнуть. Ну давай, сейчас добежим до него и начнем персов, так сказать, снова выбирать. Ну, давайте, погнали. 10. Мне 10 номер выпал. Две десятки. 10 номер, дай посмотреть, кто это. 10, перекручу еще 7. 10-7. Просто две десятки. Это Беннет, Карл! Беннет, ёпта! Сука, поверила. 10. Ебать! О, Барбара! 10. Ой, бля! Надо хотя бы проскачено видеть. 4, 6. Так. Беннет и Барбара. Беннет 30. И Барбара. Выпало 30. 2, 4. Кто у нас? Беннет и Барбара. Ноэль, бля! Мне повезло. Ой, ля, сейчас месиво начнется. Хочешь прикол? Мне Беннет и Барбара выпало. Типа 2 десятки, но я перекрутил. Так. Я, короче, Ноэль буду собирать в ДД. Тупо в ДД. Кай. У меня просто из основного пака Беннет и Барбара. 70-й и 60-й уровень. Нормально. Все. Стоит там снизу. Лох такой позорный. Да? На Беннете. Одним словом, у нас хил есть. Это уже повезло. А, у тебя тоже Беннет выпал, да? Да. Все, Дойн. А что мы будем на Райден делать? Без хила, если он нам не выпадет. Но я готов. Итак. У меня щитовик есть. Готов? И хил есть. Да, пофиг, давай. Пофиг, готов, не готов. Волкодав! Вот он, волкодав. Сука, бежит! Чё ты его бьёшь? Ульта! На, у меня Беннет 7 кусков накидывает. А, у них... Уя! Он мне снял. Ай, блядь. Не, у меня Беннет как ДД просто собран. Как-то по ХП? Не, ну физуха у Ноэль неплохая так. Бля, и на хит выстил, да, и было... хорошо. Либо на хит. Не, лучше не банка. Да. Ну так. А у меня сейчас Ноэль откиснет. А я ульту просрал на тейпар. Я тоже. А у меня Ноэля откиснет просто нафиг, 9000 уже не хватает просто. Вроде у меня оба из основного пака, но больно. Еще хил-то морозная свежесть мне доставляет. Вроде есть толк, но морозная свежесть прям мне не нравится. Ну так. Не, мне вот нравится, но это, что она физуха, но более-менее так лупасит. Ну, она у меня не прокачана по левелу. Ну да, ли я раньше в основном паке она была. Ну да. Но когда-то. Я начинал играть, но или у меня было в паке моем. У меня так же. Сейчас морозная свежесть начнется. Смотри, да, пошло у нее хорошая. Сейчас еще ульту откинут, бля. Съебался.
Ульту не надо. Не, типа под ультой урон увеличился бы у тебя. Же ты скотина. Но... борозда свежесть. Он не побежал. Он побежал до меня, морозная свежесть. Я... А, вот сейчас побежал. Зерол, морозная свежесть, попробуй почувствовать. Ля, какой да, звук, это... как будто это не волк, а, блядь, слон какой-то. Планяра просто, ну вообще бомжара. А туда долго бы, кот. Нет, не хочу морозную свежесть. Фаза, у меня катсцена. Ну, бей, у него фаза как раз. Мне пофиг. Ты не шаришь. Ну, я так и понял. О, я киты эти закрафтил. Кристаллики из щита. Морозная свежесть. Я его в попу мутужу. В попку? Ай, блядь. Но приходит страдать. Бля, морозная свежесть. Рад. Я свою ульту держу, если вдруг у тебя закончится. Ульту и нахуй. Все, держу ульту. О, меня на барбаре ульта. Я его режу, все хорошо. Я качу ульту. Я ему в задницу зажал просто. Не, нормально, но это справляется. О, все, ему уже по. Прощай, волчара. Морозная свежесть, спасибо. Все, победа. Все. Но эльфа неплохо справилась, правда, да. Ее надо в хп. Да, я даже заберу он же. А, не, все, я забирал, я понял. Лох. Лимит. Так, ну что, давай выбирать следующую жертву. О, легендарная петушатиня выпала. Артефакт. Хорош. Петушатиня легендарная. Где она? Хорош. О! Стрелы барда. О, мастерство стихий. На нахиду поставлю. Мастерство стихий. Потом. Ну что, на криопапоротник? Давай. Погнали. Сейчас шлифанем. Папоротник. Просто папоротник. Мое такое. Так, ну шо? Готов крутить персов? Ща. Да, я сейчас даже два поставлю. Открою. Потому что видят два сюда. Так, первый у меня перс кто будет? Давайте смотреть. 18 и 6. Так, 18 и 6. 6 это уже хорошо. Барбара! Я зря, я сказал 6 хорошо, Эмбер. 32, ёпта. 18, 10. У меня 14. Капец. Не зря мы на криопапотник решили пойти. Кондакия, блин, и Эмбер, жопа. Первая сила и 20-го. Не, Кондакия, у меня первая сила, а её с одного удара. А, тогда понимаю. Я не могу, у меня книг нету. Я бомж. Поэтому я всех персов хотя бы до 20-го качаю, потому что я знаю, что какую-нибудь херню это я замучу. Соберу у Дори в ДД. Эмбер 20-го, Кондаки. Дойдет. Первого. Да, Фиона. Дори собрана, Барбара. Вот Барбара это вот будет относительно такой. Хотя, в принципе, ее в бонус лечения шлифануть. А, в основном... Достижение пока соберу. Буду готовиться убирать пока, да. С таким факом. Не, у меня все нормально, у меня тупо арты из Беннета сейчас пойдут на Барбару, блин. Ладно, все, полетели, я готов. А я хилю, перста. Блин, ты вовремя пошел хилить? Я уже мутужу его! Мутужись. Дядя! Или он себя мутужит. У него на КП снял! Дядя! Мутусь. А мне жопа, все. А, ну... Мне тоже будет жопа, не бойся. Давай быстрее сюда, помогай. Ядрен ты батон. А все, у меня сейчас Дори откиснет. У меня тоже откис перс. Только приземлился. А, ну 3 урона, ничего себе. И бей, давай, у меня ешка. У меня 3 урона, ты о чем? Много. В
Все, ай. У меня все персы сдохли. Все, у меня Дори сдохла. У меня все персы сдохли. У меня еще Барбара сдохнет. Короче, если я сейчас сдохну уже, то буду перевыбирать персов, потому что это фиаско. Ну, я говорю, у меня они с одного двух ударов откиснут. Все. Я, короче, я вернулся! Я смогу, его! Вау! Нет, я не умру сейчас! Я сейчас... Я не умру в туалете! Я умру в туалете! Я перетягиваю, короче, 16 у нас кто? 11-8 13. Почему сразу нельзя было дать мне вот такой пак нормальный? Ну почему? Колеи 11-8 же. Колеи чё, Нингон выходит? 2, 4, 6, 7, 8. О, Нингон! Нингон, короче, надо хотя бы заново собирать. Нет, Дори, тут отдайте. Уже нормально у меня. Нет, Нингон у меня собрано в целом. Так, средний. Ты сейчас Нинку выбил? Так, Нингон у меня основной перс уже давно как... Не, а в рандоме ты именно Нинку сейчас... А, да, Нингон и Кали. Повезло. Повезло. Ну, я, в принципе, все собрал. В принципе, можно лететь. Полетели? Полетели. Вот сейчас, я надеюсь, у нас будет получше, потому что, во-первых, у меня хил есть. А меня это Нинка есть. Вот, а вот ты играешь. У меня тоже два перса не с одного удара. А, тоже приземлился. Да, я уже мутужу его. Вот сейчас балдёжно. Интернет. А почему у меня колея такая продамажена? Она ж ничего не получила. Ну, потому что мы в первый раз у тебя колея была, и ты, походу, арты поставил, либо оружие какое-то. Не. Я ее даже подхилил, по идее. Так, хил тебе нужен? Ой, культую. О, сейчас, все, сейчас будет кайф. Мы сейчас сломаем ему... Основание. Яичко. Да, основание. О, все, мутузим. Альтушка. 24 тысячи видел? Да. Красиво, да? Блин, интернет. 6000 тут джин. Вот это я понимаю, выпал пак. Это я понимаю. Так, ну шо, кого дальше летим? Херачить. Или подожди, на несколько частей. А? Может, до пера теперь. Ну погнали. Или на раз несколько это... частей разделим. Не знаю, можно еще атака древненькая. Килоэфир. Атака. Либо вы... Океанита можно в целом, кстати. Это будет мучение. Я знаю. Вот и предлагаю. Я, кстати, при загрузке сейчас записи стопится иногда. Так. А чего так? А ты решил все же пойти на атака? Ну да. Пера. Так, ну что? Это другой фикус, это другой фикус. Да. Давай тогда это уже будет последний как босс, потом в следующей части уже будем дальше херачить. Да? По идее, это уже... Давай. По идее, волк должен быть боссом. 14-18. А кто мне сейчас выпал? А, я даже... Стоп, а я скрин сделал последний. Ой! Ты понимаешь то, что сейчас пира тебе жопа? 14-18. Ща, мне жопа. 10. Ну, ты бы сейчас видел, кого я сейчас забрал. Фарозан? Парузан и Кантаки, и все первого. Мне жопа. Тебе да. А я сейчас Парузан буду и Кантаки. Его насиловать. Все первый. Я сейчас буду его тупо насиловать, ты это понимаешь? Фарузан, Кантаки. Меня будут насиловать. Шо, полетели? Налегу можно. Я постоянно посмотрю, как ты там дерешься. А то меня все с одного удара сдохнут. Не, знаешь, пира орхидея против... И я с Санкой сейчас бегу. И пира. Ну ладно, у меня радио. Офигенно. Хорошо.
Разве... А я него... просто буду а смотреть. А, у меня лук есть. Я буду поддерживать сдали. Чего тебе сына там лагаешь? Нет, знаешь, алло. А, три, один. Один хп, один хп. Я машина. Нет. Меньше сисек. Все, сдохло. Молодец. Давай, иди сюда. Я под щитом. Ладно. Водой жмякни его. А все. Нет. Тут. Понял. Ладно, сейчас ульт накоплю. Водой жмякну. Ай. Все. Хорошо. Сдохло. Не, нормально, нормально, нормально. Повезло то, что... А у меня же два перса первых. Ну, а у меня выпала ранен, который сейчас играет. У меня книг нет. Я все просрал. Раз потрачу смолу. Молодец. А я фармил, короче, эту орхидею тупо ради Беннета, по итогу сенку возвысил. Так, ну шо? Ну, давай прощаться со всеми. А, ты уже отпиздил, я тут пришел. Ты ж меня не подождал. Не, ну а что, я просто ультанул за Райден. Я просто ультанул за Райден. Давай запишем прощание, и тогда уже в следующей части будем добивать остальных. Посмотрим на активность под этим роликом. Что ты делаешь? Я от себя защищаюсь. Нам нафиг. Нет. Так, повернись-ка ко мне вот сюда, вот так, пожалуйста. Спасибо, Тоша, все. Итак, те, кто посмотрел данный видеоролик, спасибо. Кто оставит коммент, спасибо. Со мной был Пока Плей, пока. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте поддерживать нас, ставя лайки. До скорых встреч. Всем пока. И, блядь, заебался. Блядь, мне теперь всех персов обратно, блядь, возвращать арты. Ёб твою мать. Лох. Это пиздец. Да ладно, похуй. А самая еще жепа будет это все монтировать. Потому что еще вставить надо будет, типа, всю хуйню. Сбоку, куда-нибудь, на карту. Блять, я арты не помню. Я не помню, какие арты были. А, не, всё помню. Потом я и не менял арты на основе. А вот я менял специально, чтобы херачить по всем. Отряд не заметил потери. Блять, 247. Немножко шанс крита не хватит. Хотя, ладно, так, попробую поиграть. Сколько меня хп на дохизе? Не, не танк, ладно. Я и снимаю. Вот ты снимаешь. Себе. Все. Я ты еще запись не закончил. Ах ты какая хитрая жопа, бля. Автомату на меня собрал, пидорас. Ах ты пидорас. Тетя, тетя. Дай скинь мне, пожалуйста. Фулл ВЛС скинь. А? Что? А? Дай сиську. Все, все. Че, блядь? Подожди, я тут в вортах катаюсь. А, вот он. Ты же как-то... А, ты был батей точно, а не мамой.